Всем доброе утро. Рабочий день у нас начинается сегодня с жилого комплекса «Морская симфония». Вот она. В этом комплексе у нас производится два ремонта, один из которых мы сегодня посмотрим, какие там продвижения, чистовой ремонт. Поэтому можете к нам обращаться по поводу работ здесь. Черновой ремонт здесь будет стоить 17 тысяч, потому что отличается он от 15, потому что здесь ручная стяжка пола. Нужно все будет заносить вручную, поэтому тоже можете обращаться. Комплекс классный, мне он нравится, но расположение его спорное. Почему спорное? Потому что здесь рядом улица, видите, какая шумная. И здесь не всем нравится эта трасса, которая проходит из Сочи в Адлера, да? Но зато сам комплекс бизнес-класса, 4 такие башенки классные, еще 3, 7. Фоний называется. В отличие от этого, в первую очередь, здесь есть бассейн, здесь есть теннисный корт, здесь более современная придомовая территория. Ну и считается бизнес-классом самая маленькая планировка, 32 квадратных метра, и пошло больше. Так, на третий этаж поднялись. Это у нас студия, 33 квадратных метра. Длинная достаточно такая планировка. Здесь у нас укладка кафеля происходит, керамогранита. На сегодняшний момент вот так вот выглядит. Разноплановая плитка вот здесь получается, смотрите, она глянцевая. Здесь 3D плитка идет, а здесь вот черно-белый такой вот формат интересный. Сейчас еще затирки нету, поэтому швы у нас не видны. Ну, видно, что вот сделан запил, например, 45 градусов. Очень аккуратненько сделано все. Поэтому можете оценить работу. Многие меня просили, показывали себе именно, как у вас там делается вся работа, насколько по качеству и так далее, все ли соответствует. Это душевая. Видите, здесь делали душевой поддон строительному исполнению. Вот, ребята, я вам хочу немножечко заметить. Если вы, может быть, видели на разных наших объектах, есть, допустим, душевой поддон. Мы его сделали строительное исполнение, а дальше просто человек делает шторку. То есть такой ремонт будет дешевле. А здесь, извините, вот стена и с обоих сторон, плюс вот это, плюс запилы по 45 градусов. То есть выходит и вам и затратнее, ну и, соответственно, дороже по ремонту. Плюс еще и инсталляция. То ли бы у вас стоял обычный унитаз, ровная стена, то ли инсталляция с запилами. Ну, в данном случае здесь стенка, а то еще бы было бы с той стороны укладка плитки и все остальное. То есть есть, допустим, широкоформатная плитка, ну вот это вот уже нестандартная, да, она не маленькая. Вот, а есть еще и больше, например, вот такие вот плиты, да. Есть, наоборот, маленькие какие-то вот такие плиточки. Это все усложняет работу кафельщиков, поэтому все индивидуально будет просчитываться с учетом того, какой материал вы используете. По поводу квартиры дальше ходить не буду. Там никаких изменений пока нету. Пока мы сделаем грязные вот эти вот работы, запилы и так далее, потом уже перейдем на чистовую отделку стен, например, да, и уже укладка плитки там в зонах кухни и остальное. В общем, вот такие вот у нас изменения в жилом комплексе «Морская симфония». Будут вопросы? Пишите. Погода классная, солнечная, море вообще без волн, лазурного цвета. Прямо красота, ребят. Но у нас появились длинные, долгие, мучительные пробки. Вы видите, мы сейчас проезжаем Хосту. Вот центр Хосты у нас с этой стороны. Хосту очень, кстати, любят местные. Она вся зеленая. Пробки, пробка, пробка. Как нам обратно ехать, я не знаю. Куда она пробка? Вот до сюда. Едем мы в жилой комплекс Челтенхем. Там нам нужно... мы забрали ключи, заключили договор. Сначала на черновой ремонт, сделать замеры. Поэтому поехали вместе с нами. Посмотрим, что за квартира. Так, наконец-то мы подъехали в Челтенхем. Один из моих любимых объектов, очень красивый, посмотрите, как он выглядит. Получается, три у него таких корпуса, да, ну, называемых, да, и все они в стекле, очень красиво смотрятся. Сразу установлены корзины для
установки кондиционеров. Это придает прям вот эстетичность этому комплексу. Придомовая территория неплохая. Все сделано под декоративный камень. Вот эти вот стенки подпорные для мусора. Есть шлагбаум, детская игровая площадка. Вот, кстати, уже видите, скорее всего, жители уже здесь отдыхают. Есть парковка. Ну, в общем, пешая доступность до моря здесь также есть, в районе 2 километров. Сейчас зайдем, посмотрим, какая же нам квартира досталась для работы. Вот, ну, с правой стороны вы видите, какие здесь есть предложения. Если кого-то заинтересует, то можете обращаться, я вас проконсультирую. Вот, строила его компания Альпика. Очень схожи они по типу внутренней отделки и наружней с Альпийским кварталом. Все те же применялись материалы, только немножко, может быть, другого оттенка. Но дом удался очень даже неплохой. Без каких-то столбов, ригельной системы и так далее, что усложняет всегда ремонты. Так, на пятом этаже у нас появилась 76-я квартира. 22,8 квадрата. Это студия. То есть балкона здесь нету. Получается, здесь коммуникации. Нужно будет выделить здесь санузел. И получается вот эта вот комната. Кстати говоря, с правой и с левой стороны монолитные стены. Вот только вот здесь вот блочное заполнение. Это делалось для того, чтобы можно было планировки объединить. Это, кстати, Альпика предусматривает в разных комплексах, в Адлере и так далее. Поэтому я считаю, что это очень даже полезно. Так, что по коммуникациям? Здесь вот электроэнергия есть, но это строительное исполнение, домофон. Также получается у нас вход и подача обратно, холодные и горячие водоснабжения, а также отопление. Да? Радиатор, скорее всего, где-нибудь там будем устанавливать. Стяжка пола здесь невысокая, стандартная. Ну, а здесь получается у нас коммуникации. То есть вентиляция для санузла. Здесь канализация для унитаза, то есть для санузла. И с той стороны давайте посмотрим. Здесь выходов у нас никаких нет, только вентиляция. Вот с этой стороны. Сейчас сделаем все необходимые замеры. И приступим к планировке. Планировке данной квартиры, которая подойдет для отдыха, например. Вполне себе неплохая такая 22,5 квадратных метра студия. Всем доброго дня, друзья. Жилой комплекс «Фрукты». Привезли строительные смеси. Идем принимать. Так, завезли клей уже, подняли на объект. Ведра, грунтовка, блоки, смеси, целлофан. Клей, кисточки, валя. Двигаемся дальше. Покажу вам еще недостроенные дома, не сданные в жилом комплексе. Возможно, кто-то из вас их купил. Их, надеюсь, будут делать ремонты там с нами. Недавно принимал сантехнику на улице Трубачева на объекте и снял видео. Клиент попросил зайти перепроверить еще тумбу. Тумбу под раковиной, которая. Сейчас зайдем, еще раз ее внимательно посмотрим. Андрей, добрый день. Достал тумбу вашу. Показываю, что все у нас на месте. Что все, никаких сколов на тумбе нету. Открываться должна. Все это открывается. Все механизмы работают. Но нижнюю я не думаю, не буду распаковывать, потому что ничего там не изменится особо. Хотя откроем все. Вот у нас. Все углы целые.
Вернулись мы в жилой комплекс «Фрукты», доставили нам сантехнику, душевое ограждение, унитаз, раковины, тумбы, смесители. Сейчас все это поднимем на объект и будем распаковывать и смотреть, все ли у нас целое. Подняли всю сантехнику на 6-й этаж. Сейчас будем проверять. Открой коробку. Это у нас тумба. Коробка целая. Со всех сторон смотрим. Значит, вскрывать, я думаю, ну, нет смысла, потому что коробка целая. Открывать ее. Дальше зеркало. Зеркало обязательно достаем, потому что это стекло, и его нужно будет обязательно проверить. Как вот это сейчас? Ну вот, сейчас оставим зеркало. Разрежи. А туда, в коробку. Да, я его потом убирать обратно в коробку. То есть все смотрим, что все углы были целы, без сколов. Все? Целое? Все, запаковываем обратно. Так, запаковали обратно. Зеркало. Вот это у нас мойка для тумбы. Так, посмотрим, чтобы она была целая. Без этих сколов. Открываем унитаз. Унитаз у нас целый. Так, можно с той стороны поднять, крепление сразу все посмотреть. Ну, сверху вроде все, все нормально. Здесь крышка. Смесите его. Так, это у нас один. Смоти его, чтобы он целый был, не поцарапанный, ничего. Угу. Вот это достань. Целое. И вот эту коробку стрелять. Угу. Клейка, шланг. Это столешница от тумбы, вот от этой тумбы. Тоже ставится столешница. Но... Ну, я думаю, откроем, посмотрим. И ставится мойка сверху, столешница получается. Как она открылась? Вон так. Один не найдется, что-то переживает. Ой. Так, все, тоже целое, да? У нас ничего же. Да, вроде нет. Через салофан коцик не видно. Угу. Вот переведение. Так, это что, крышка? Крышка целая. Борчок. Все причина. Угу. Осталось у нас ограждение из каленого стекла. Его у меня распаковываем так, если бы оно сломано было, оно бы звенело и сыпалось. И полотенцесушитель. На упаковке. Все целое, невредимое, все доставали, я вам смотрел. Так, ребят, на сегодня у нас все.
Обращайтесь, если вам нужен ремонт. И не забудьте, кстати говоря, об отложенном ремонте. Что-то мы забыли совсем про эту услугу. Видимо, просто сейчас люди, наплыв, именно готовы уже с нами заключать договора и приступать к ремонту. Что такое отложенный ремонт? Вы имеете, допустим, сейчас 20-25% от суммы ремонта, например. Вы эти деньги нам переводите. Мы занимаемся вашей квартирой планировкой. У вас есть время подумать, хорошенько выбрать, что именно вы хотите. Завозим весь черновой материал. То есть закупили, все, цена никуда там ни влево, ни вправо прыгать не будет. Тем более по акции, например, да, сейчас у нас снижена цена на июнь месяц. И, соответственно, 15 тысяч за квадрат. Соответственно, только в следующем, например, месяце, через месяц-полтора мы можем приступить к работам, когда у вас появляются деньги. По-моему, это хороший вариант, поэтому обращайтесь. Также мы можем рассмотреть неполный, допустим, ремонт, частичный. Поэтому есть такая возможность наполовину чернового ремонта или наполовину чистового ремонта. Тоже помогаем людям, потому что не у всех есть сейчас деньги, мы входим в их положение. Циферки на экране, номер телефона, по которому вы с нами связываетесь. Не забудьте подписаться на канал, пожалуйста, поставьте лайк, очень нужна ваша поддержка. Всем удачи, хорошего настроения, пока.